9 лет он был казанским владыкой. И жил здесь у нас, здесь в архиерейском доме. Вот. Он совершил окончательное крещение чувашского народа. Чуваши. Сегодня Никитина мощь находится в Чуке Печерской лавре. А это как раз Гавриил Семизерный. Они держат на руках Иверскую икону Богородицы. В честь того храма, по которому мы проходили, где